Сбор тяжелый. Первые дни было тяжело втянуться, но сейчас вошел в ритм и все хорошо. По две тренировки в день тренируемся, нормально, уже привычно. Мы не бегаем просто так вокруг поля. Все упражнения, все через мяч. Хорошая, крепкая команда. Я надеюсь, то, что мы будем побеждать, выигрывать в каждой игре. И займем там, вверху, свое место в таблице. Соперник не пускает. Зафиксировали чуть-чуть. Он тебя не пускает. И мощно. И разворачивается, вот. И другим боком. На прыжка. И пошли там, да. Три прыжка. Хорошо, хорошо. Удар, удар, ищи, ищи. Вот и все, молодец.